Там на тебе. Ух ты, сзади. Тут откуда-то взялся этот чувачок. Угу. Блин, а чё он не откидывает? В смысле? А это читы, что ли? Он полностью не... Обалдеть. Это читы. Он полностью не откидывался, просто полностью. Это читы. И мы только что забанили, то есть Эвил забанил читера, все очень жестко. А перед началом моего видеоролика я рекомендую вам канал Дженикс. Дженикс часто стримит, также он снимает Skywars и снимает Bed Wars. Также он снимает Murder Mystery, так что, конечно же, зайдите и подпишитесь на Дженикс. А мы переходим к моему видеоролику. Погнали! И всем привет, с вами Агера. Сегодня мы поиграем в Skywars на сервере Wine World с Эвилом. Всем приветики, друзья. И также зайдите на канал Эвила, там у него выйдет видеоролик тоже со мной, и, конечно же, подпишитесь на Эвила. А мы переходим к нашей игре, погнали! Поехали! Ну что ж, наша первая игра уже начинается, у нас очень жесткая тактика, Эвил сейчас строит, а я лутаю сундучки. Кстати, да, карта хорошая попалась. Да, с открытым медом, тут легко могут скинуть. Также мы тоже врагов легко можем скинуть. Я уже простроился. Круто, да. Вообще жестко. Так, я тут лутаю сундучки. Слышь, подбегай. Бегу. Хорошо. Не беги, а то там сейчас нас бегут люди. Ой, мне уже кто-то стреляет. Тихо, аккуратно. Прячусь. Что там у тебя по броне? А, на тебе, получается, вот это и вот это. Хорошо, спасибо. У нас по нам тут был спэмать. На, подожди, возьми яблоки. О, ой, точно яблоки мне нужны. Яблоки это вообще, это жестко. У нас стреляют со всех сторон. Почему не надо нас? Ну, спам, нормально. Вон, не строится уже. Тихо. Ой, ты куда-то пошел? Да. Я думаю, лучше не стоит, потому что скинуть легко могут. Окей. Я не хочу, чтобы так рисковал ты. Да, я тоже вообще не хочу. Слушай, ну мы можем сейчас попытаться полететь с динамитом. Полететь? Да. А ты умеешь летать? Да, конечно. Да, я просто не умею. Так, подожди, нет, я не смогу, потому что у меня этого... Блин, нету воды пороха. Нету. Пороха нету. А, порох. Типа зажигалки? Да зажигалка как-то не очень. Ну ладно. Слушай, там какой-то парень поднимается. Да, я вижу. И он стреляет, аккуратно. Скидывай его и закрывай водичку. Да, да. Все, закрывай. Так, мы скинули этих парней, только они что-то все равно стреляют из лука. Окей. Бесстрашные какие. Да-да-да. Они вообще понимают то, что они сейчас умрут? Один уже... Так выглядит безысходность. Да-да-да. Ой! Ты издеваешься? Разлей водичку, прошу. Разлил. Я все-таки попался на эту ловушку. Да-да-да. Эвил упал, но зато тот парень еще упал. Круто. Да, он тоже упал, он умер. Сейчас я поднимусь. Фух, главное вышел. Да, хорошо, а то что-то было, знаешь, очень стрёмно. Все, обратно на мид возвращаемся. Угу. А, мы, кстати, ждем, пока вообще люди придут. Что-то я не понимаю, где они. А, ну, обычно все толпой на нас бегут, тут что-то никого. Ну, зато таргета нет. Это хорошо. Да. Так, пошли туда, там можно перебежать легко. Угу, хорошо, бежим. Я скушаю яблочко на всякий. Угу. О, спиды, что-то быстро как-то. Блин, аккуратно, аккуратно. Интересно, они будут к нам пытаться идти? Давай, ты бежишь? Да, что? Бегу. Что это? Окей. Они просто взяли и спрыгнули. Прям вот когда подбежали именно. О, мистический сундук открылся, давай быстренько, муж, еще успеем. Да, давай. Так, значит, вообще где? А, вон люди, вижу людей. Ай. Ладно, золотой, золотой. Я успею, я успею. Все. У тебя еда есть? Еда, у меня есть 5 яблок золотых, тебе надо? Там у меня золотые есть, хорошо, ладно, 7 у меня есть. Тут еда, вот, чёрный картофель, я все скину. О, спасибо, понадобится. Так, значит, я видел там людей, они куда-то то ли перебежали, то ли... Осталось двое всего лишь, вон они на шахте. А, вон, точно, да. Так, побежали, значит, к ним, главное сейчас затащить. Угу. Интересно, слушай, у них лук есть, а то немного страшно. Ты главное не упади. Да, тут чуть не упал. У них лук есть. Уходи быстрее. Блин. Срочно убегай. Тихо. А, ты уже там? Все окей. Я не знаю, может из матча все-таки подождать, он через минуту будет. Да, давай подождем, давай подождем. Я пока в них постреляю. Угу. Мы ждем дед матча, они что-то стреляют, все очень жестко.
Я тут чуть-чуть попытаюсь построиться, но не могу, к сожалению. Я в него попадаю еще. Хорошо. Так, значит, 32 секунды. И начнется этот матч. Классно. Угу. Так, значит, я все больше и больше простраиваюсь. Ты все-таки хочешь зарашить их? Да я пытаюсь, но что-то страшно. Лучше не стоит, я так думаю. Окей, не буду. Все равно 15 секунд. Лучше подождать, чем просто рисковать. Угу. Я их неплохо так с лука надамажил. И там без хп практически. Да? Ого, классно. Сейчас мы их убьем. Так, значит, вот это бафы. Угу. Еще вот яблоко. Наших боя. И да, вот они у нас тут ходят. Так, сейчас одного уже сразу минусану. И второго, да, тоже. Я второго его убил, он кинул эндерперл, но он все равно умер. И мы все, победили. Все очень жестко. И мы переходим к следующей игре. Погнали! Погнали. И наша следующая игра уже началась. Кто-то в чат пишет, не бань. А интересно, за что? За что, действительно. Да, ну ладно. Так, короче, я уже на миду. Угу. И, наверное, я иду к тебе, потому что мне что-то не хочется, чтобы ты проиграл. Да, мне тут попался хороший меч, но строту 2 из заговора дня, 2 алмазные. Круто, жестко. Да, это повезло мне сейчас. Но броня так себе. На, давай я тебе отдам броню, на. Во, у тебя, по-моему, маска уже. Так, у тебя какой меч сейчас? Железный на строту, нормально. Так, тут сзади. Хорошо. Ой, сзади к нам пришли. Не, если вот я его убил. И там еще сзади подошли. Угу, вижу. Ух, тут много народу. Блин, слушай, ты затащишь? Я постараюсь. Отходи, отходи. А, фу, хорошо. А, все. Мне даже хп практически не сняли. Угу. Так, алмазный грудак. На, тебе поножи возьми. А, нет, у тебя есть. А, у меня есть, мне только шлема не хватает. Шлем, на. Угу, спасибо. Ух ты, чувак строится, но у меня есть лук. Так, тихо, слушай, главное, чтобы он сейчас меня не скинул, а то все может быть. Нет, я его убил. Круто. Молодец. Ага. Остается всего лишь трое. Вот он, один из них. Нет, пусть он тихо. Лучше с окном пойдет. Да-да-да, мне страшно, очень страшно. Да. Он на свой остров возвращается. Ладно, прогнали его. Трусишка. Окей, так, там люди. Можно, в принципе, к тем пройти. Давай. А ну, сундук. Тихо, нет, здесь какой-то парень. Аккуратно. Да, скинем его. Оп, хорошо. Без проблем просто. Интересно, чей килл? И вот этот вот. Мой. Твой килл? Ну, хорошо. Значит, этот будет моим. Ну или нет? Да, будет моим. Да, окей. И последний, он уже мид занял. Вот это он зря сделал. Да, надо затащить. Сейчас мы его туда прогоним. Так, значит, парень что-то бежит. Он еще путь ломает. Серьезно. Окей, нубик. Какой наивный. Ясно. Так, значит, водичка там. Что, где он? Куда он? Он опять сбегает? Да. Что ж он такой трусишка? Без понятия, но он, наверное, хочет нас заманить в ловушку. Ловушку. Да, вот я тоже так думаю. Главное в эту ловушку не попасться. Что он делает? Я не знаю, что он делает, но я прыгаю к нему. Нет, 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 тихо. Нет. Живи, 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 я его сейчас да, убью. Да, есть. Все. Победили. Ух, затащили. Круто. Да. И всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Пока-пока.